Howdy, Bob. Hare Krishna, dear Guru Maharaj. Please accept Yeah. my obeisances. Jai Shri Prabhupada. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada, my humble obeisances. Guru Maharaj, how long our class today will be? Oh, it can be longer today. I have no class this morning. I can at least we can take 1 hour. And the questions, yeah? Including questions. Okay. Вайшнава Гуру Махарадж говорит, что лекция будет час, включая вопросы. То есть за час мы должны еще и вопросы. Так что подготавливайте, пишите. Yes, Guru Maharaj, please, we may begin. Can begin. Yes, please. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jaya Mudirayat Nastaprayeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavatinashtaki. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 4, Text Number 15. Right? Yes, Guru Maharадж, right? Читаем Шримад Бхагаватам, 52 главу 4, текст 15. Yad kirtanam, yad smaranam, yad ikshanam, yad vandanam, yad shravanam, yad arhanam. Lokasya sadyo vidunoti kaumasam tasmai subhadra shravase namo nama. Yat kirtanam yat smaranam yat ikshanam yat vandanam yat charavan yat ahanam. Lokasya sadyo vidunoti kaumasam tasmai subhadra shravase namo nama. Okay, what meaning? Are you Пословный just перевод. okay? Яд которого? Киртанам прославление. Яд которого? Смаранам памятование. Яд которого? Икшанам созерцание. Яд которому? Ванданам молитвы. Яд о котором? Шраванам слушание. Яд которому? Арханам – поклонение. Локасья – всех людей. Садья – немедленно. Видхуноти – очищает. Калмашам – от последствий грехов. Тасмай – ему. Субхадра – всеблагому. Шравасе – когда о нем слушают. Намага – мое почтение. Намага – вновь и вновь. Перевод. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Всеблагим Господом Шри Кришной, поскольку прославляя, помня и созерцая Его, слушая повествование о Нем, вознося молитвы и поклоняясь Ему, человек очищается от всех последствий своих греховных поступков. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе величайший авторитет Шри Шукадева Госвами предлагает совершенную форму религиозной практики, которая способна избавить человека от последствий всех его грехов. Прославлять Господа киртаном можно по-разному, помня о нем, созерцая божества в храме, вознося молитвы Господу или слушая Писание, прославляющее Господа, Шримад Бхагаватам и Бхагавадгиту. Киртаном можно совершать, воспевая Господа под мелодичную музыку или декламируя священные писания, подобные Шримад Бхагаватам и Бхагавадгите. У преданных нет оснований огорчаться из-за физического отсутствия Господа, даже если им кажется, что они лишены Его общества. Преданное служение, повторение святых имен, слушание, памятование и так далее, все эти процессы вместе взятые, некоторые или даже один из них,
приносит желаемый результат, давая человеку возможность общаться с Господом в ходе любовного трансцендентного преданного служения. Даже один звук святых имен Господа Кришны или Рамы способен одухотворить и очистить атмосферу. Мы должны твердо уяснить, что Господь присутствует всюду, где преданные занимаются чистым трансцендентным служением. И тот, кто участвует в совершаемом без оскорблений киртане, вступает в непосредственное общение с ним. Памятование и вознесение молитв могут принести желаемый результат, если делать это правильно и под умелым руководством. Не следует изобретать каких-то новых форм преданного служения. Можно поклоняться образу Господа в храме или, не имея перед глазами его личностного образа, возносить ему искренние молитвы в мечети или церкви. Поступая так, человек непременно очистится от последствий своих грехов, при условии, что он не грешит сознательно, в надежде получить искупление за свои грехи, поклоняясь Господу в храме или молясь в церкви. Склад ума, толкающий человека сознательно совершать грехи в расчете на искупительную силу преданного служения, называют «намно балат ясяхи папа буди». Это самый тяжкий проступок, который можно совершить в процессе преданного служения. Вот почему такое большое значение придается процессу слушания, который помогает человеку счастливо миновать все ловушки греха. И чтобы подчеркнуть важность слушания, Госвами взывает ко всеблагому провидению. Шел Прабхупада Кичай. Чаксурмилитаньена тасмай Шри Гураве намаха ванчакалпатарубьясча крипасиндубхайвача патитанам паванебхьо вайшнавебхьо намо намаха джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхар Шри Васади Гаур Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. So we're hearing the prayers of Sukadeva Goswami, who'd been asked by Maharaj Parikshit to describe the process of creation. Итак, мы слушаем молитвы Шукадевы Госвами в ответ на вопрос Махараджи Парикшита с просьбой рассказать о процессе творения. So, as is customary, before beginning to describe in detail all the glories of the Lord and how he creates the material world, one should first of all offer prayers. So this is one of the prayers. We began, I think, with text number one, several verses ago anyway. Как принято, как обычно, перед тем, как начать рассказывать детали, связанные с Верховным Господом или с творением, необходимо вознести молитвы Верховному Господу. И это одна из молитв, они начинаются с первого стиха, с самого начала. Yeah, began, the prayers began text number 12. So there's several more verses. And these prayers are very important, very significant, very deep and rich in meaning. Sukadeva Goswami describing the glories of the Supreme Personality of Godhead. Несколько стихов до сегодняшнего начались молитвы. Шукадева Госвами возносит. Каждое слово в этих молитвах исполнено большого смысла, большого значения. Оно описывает качество Верховной Личности Бога. So in the verse today, Sukadeva Goswami mentions different processes of devotional service by which we can please the Lord. А в сегодняшнем стихе, в сегодняшней молитве Шукадева Госвами перечисляет различные процессы преданного служения, с помощью которых мы можем удовлетворить Верховного Господа. And he mentions also the result of properly worshipping the Lord by some of these by one of these different processes, and the result is that we can become
freed of the sinful reactions which we're carrying in our body. И также в сегодняшней молитве описан результат правильного совершения различных видов преданного служения для Господа. И такой результат – это очищение от всех последствий своих греховных поступков, которые мы совершили в связи с этим материальным телом. So, the effects of sin are always troublesome to us. We're conditioned souls, and we're in this material world, and we carry a lot of sinful reactions. And the way in which we can become relieved from the effect of these sins is by engaging in devotional service. Мы, для нас избавление в одиночку от этих последствий довольно проблематично, поскольку мы обусловлены душой, мы находимся в материальном мире и постоянно совершаем эти греховные поступки. Но это можно сделать, освободиться от этих последствий, заняв себя в преданном служении Господу. So, later on in Srimad Bhagavatam, in 6th canto, the Lord Yamaraj will describe different processes of devotional service, beginning with Shravanam and Kirtanam, and then Shravanam, Kirtanam, Vishnu, hearing and chanting about the Supreme Personality of Godhead can free us from sinful reactions. Позднее, в дальнейшем от Бхагаватам, в 6-й песне, Господь Ямарадж будет говорить о различных процессах преднаслужения Шаванам, Киртана, Вишно. То, что как раз освобождает от последствий греховных поступков человека. Okay. So, Sukadeva Goswami has mentioned the different processes which are able to relieve us from sinful reactions. Of these processes, usually we hear nine. There are nine angas of devotional service. Here he's mentioned five of them. Шугадава Госвами перечисляет процессы преданного служения, которые избавляют от последствий греховных поступков. Мы знаем, что их, этих процессов 9 основных, а здесь, в этом стихе, Шугадава Госвами перечисляет 5 из них. He's mentioned 6, actually, not 5. 6, не 5, 6. So, there are processes which are the such as the surrendering everything and becoming the friend of the Lord. These two processes are for people who have become very advanced and who are in the stage of raga bhakti, spontaneous devotion. Without coming to that stage, it wouldn't be possible to surrender everything or be the friend. Два процесса, такие как вручить все Господу и стать другом Господу, два процесса практикуются на очень высоких стадиях преднаслужения, на стадии рагануга бхакти, достаточно продвинутый уровень. Шрила Прабхупада always emphasizes the importance of hearing, that hearing is the first step in devotional service. We have to hear carefully, we have to hear for a long time. It's also mentioned in the 3rd canto, Kapila Shiksha, that we should hear for a long time. And that way we can become convinced about what is the proper process to worship the Lord. Шрила Прабхупада часто подчеркивал важность слушания. Мы должны слушать внимательно, и мы должны слушать в течение длительного времени.
в третьей песне Шримад-Бхагаватам, где находится Капила Шикша или наставление Господа Капилы, говорится, что необходимо слушать в течение длительного времени, чтобы мы стали убеждены в том, что процесс преданного служения он правильный и как правильно его практиковать. And Srila Prabhupada also warns us against committing sins on the strength of chanting. In other words, we think that we can do something sinful and then counteract it by chanting Hare Krishna. And he describes this as the worst of all the offenses. Шрила Прабхупада, Гуру Махарадж, worst of those offenses, which one of offense? Which one offense the worst of the offenses? Committing sin on the strength of chanting. Шрила Прабхупада предупреждал нас, чтобы мы избегали также совершения оскорблений в процессе воспевания святого имени. И он и здесь упоминает, что самым плохим, самым тяжким оскорблением из всех является грешить в расчете на очищающую силу святого имени. An example of this is that we may think that I will take some alcohol, or I will take some drugs, or I'll have some sex. And I know it's sinful. I'm not doing it according to the religious principles, but I'll chant Hare Krishna to make up for it. So this is very wrong. Примером является мышление человека, когда он думает: я выпью алкоголь, или я буду принимать какие-то наркотики, или у меня будут какие-то порочные сексуальные отношения, но я все это попытаюсь нейтрализовать тем, что буду повторять святое имя. Вот это очень неправильно. We have to be very careful to follow the regulative principle and not to take advantage of chanting Hare Krishna to overcome our sinful reaction. Мы должны быть очень внимательны в следовании регулирующим принципам, а не использовать святое имя для того, чтобы погашать эти греховные поступки. We may even think sometimes, oh, this person's very rich. They're not chanting Hare Krishna very much. They don't follow the principles very strictly, but they're very rich. So I will accept them as my disciple because they're very rich. I'll get money from them. We may think like that. So this is sinful. Еще также примером неправильного мышления является, когда человек думает, преданный думает, что вот есть человек, он богат, я приму его своим учеником или буду его наставником, потому что он богат, и он мне может давать деньги. Но вот этот менталитет или мышление также очень неправильно. Prabhupada says we have to hear regularly, and if we are hearing regularly, then we'll be reminded how offensive this mentality is. И Шрила Прабхупада говорит, для того, чтобы избежать этого оскорбления, необходимо слушать внимательно, регулярно, чтобы знать о том, насколько оскорбительный такой менталитет, такое мышление. So it's not just doing these different activities. It's not just only hearing and chanting and offering prayers, but it's important that we do these things purely with the proper attitude. Поэтому нам необходимо совершать, благодаря слушанию мы сможем совершать практику принаслужения правильно, с правильным отношением. And the proper attitude is that we want to please Krishna. We're doing it for Krishna's pleasure,
We're not doing it just for our benefit, but we want to please Krishna. Правильный настрой означает делать с желанием удовлетворить Кришну, а не собственной выгодой, так, чтобы Кришна был доволен. And from the purport, we understand how Krishna is present when we are properly engaging in these devotional activities. Из комментария нам становится понятно, насколько Кришна присутствует там, где совершается должным образом преданное служение. Just like when we chant the holy name is Krishna himself. Krishna is the holy name. They're not different. Krishna is present. When we chant without offense. Например, когда мы повторяем святое имя, сам Кришна присутствует, потому что святое имя – это Кришна, сам непосредственно. И когда правильно повторяет, то Кришна присутствует в этом месте. And when we cook food, we offer it to Krishna. Krishna is eating. We're offering to Krishna, we're calling Krishna to come and eat. So Krishna is personally accepting the offerings if we do them with pure devotion. Точно так же готовит для Кришны. Если мы готовим для Кришны и предлагаем ему, если мы зовем его принять это подношение, то он личность, и он лично присутствует, приходит для того, чтобы попробовать то, что было ему приготовлено, предложено с чистой преданностью. So by doing different angas of devotional service, Lord Krishna personally comes to hear the prayers offered by the devotee. Поэтому, чтобы услышать молитвы, вознесенные чистыми преданными, Кришна приходит лично, чтобы послушать. We know in the Bhagavad Gita, there's the one verse in the Bhagavad Gita, Krishna says, Yoga Kshema Vahamyaham. He says, for one, Ananyas Chintayanto Mam Kirti Gyanpa Hisham Nitya Vyuktanam Yoga Kshema Vahamyaham. But one who meditates on my transcendental form and who worships me with love, for him I carry what they lack and I preserve what they have. Есть стих в Бхагавадгите, Ананта Читаянтумам, в котором Кришна говорит, что те, кто постоянно медитируют на мою трансцендентную форму и поклоняются мне с преданностью, я им даю то, чего им не достает, и сохраняю то, что они имеют, йога кшемам вахамьягам. So there's a pastime. This one Arjunacharya, he was reading this verse in the Bhagavad Gita, and he thought, oh, I don't think Krishna personally comes. He may arrange for something to happen, but I don't think he personally comes. And he wanted to change the word in the Bhagavad Gita to say that Krishna didn't personally, because Bhagavad Gita says Krishna personally comes. Krishna says, Vayam Vahamyaham, that I personally come. So Arjuna Acharya, he thought, no, it can't be Krishna personally. And he wanted to change the verse. Есть одна история, связанная с этим стихом из Бхагавадгиты и одним великим святым Арджуначари. Арджуначари, когда разбирал этот текст, в котором говорится, что я лично даю то, чего не достает, лично прихожу, то Арджуначари подумал, как это можно себе представить, чтобы сам Господь непосредственно это делал лично. И он решил изменить этот текст.
So he crossed out the word and then he went away. He went out to do his begging because he was a Brahmana and he lived by begging. He went out to do his begging. And while he was away, then a knock came at the door and his wife opened the door and there were two boys there and they were carrying a big basket of food. And they said, quick, take this food quick before your husband comes. И он взял и вычеркнул слово одно из этого стиха и ушел собирать пожертвования, так как Арджуначари был браман, и он собирал пожертвования. В этот момент его не было дома, но вдруг раздался какой-то стук. Была дома его жена, она вышла, увидела двух мальчиков, которые принесли полную корзину фруктов. И они сказали, пожалуйста, бери скорее эти фрукты, пока твоего мужа нет дома. So the Brahmana's wife was very surprised. You know, these two very attractive boys, one was very dark skin color and one was very white colored. And they were bringing this food and they were saying to her, quick, take this food before your husband comes because he may beat us again. And they showed marks on their body. See, he already beat us. We don't want him to beat us anymore. Please take this food. We want to go. И эти мальчики были очень удивительные, они были такие привлекательные, неземные. Один из них был цвета темного, другой был молочно-белого цвета. И они сказали этой жене Брамана, которая очень удивилась, этого Арджуначари, пожалуйста, бери скорее эти фрукты, пока его нет дома. Мы ему принесли, но мы не хотим, чтобы он еще раз нас побил. И его, у одного из мальчиков на теле была царапина. So the woman took the food and the two boys rushed away. And then after some time, her husband came. And her husband came back from begging and he told his wife, he said, oh, I had a very difficult time. Nobody would had anything. I could not get any donations from anyone. So we'll have no food today. We will have to fast today. But his wife said, oh no, the two boys came. They brought all this food. And the husband was surprised. He said, huh? What boy? And so she told him. And the Brahmana was very surprised. I never beat any boys. I never saw any boys. Who are they? And then he went to look at his book. And then he remembered how he crossed out the statement where Krishna says, I personally carry what they lack. So the Brahmana understood that Lord Krishna and Lord Balaram had personally come to prove to him that he does everything for the service of his devotee. Через некоторое время Арджуначарья вернулся домой и сказал, что сегодня, к сожалению, никто не давал пожертвования, и этот день будет для нас голодным. Я ничего не собрал, и поэтому нам придется поститься. На что его жена сказала, нет, посмотри, двое мальчиков принесли фруктов, много фруктов. Они сказали, что ты их бил. Арджуначари очень удивился, он сказал, какие мальчики, я никого не видел, никого не бил, откуда это взялось, я, кто эти, кто они были. И потом он вернулся, увидел этот стих открытый на столе в Бхагавадгите, он понял, что это был Кришна и Баларама, которые принесли, чтобы доказать, убедить его окончательно, что Господь лично приносит преданному. So this pastime is told to us. The Arjunacharya understood. He thought the Lord wasn't going to do it.
But Krishna personally came and showed him that no, I do it myself. I promise, I've done, I do it. And he came to show him that he brought the flute and he showed the marks on his body because the Brahmin had crossed out the word aham. So that it was like marks on the body of Lord Krishna. This pastime shows us how we have to be very careful and understand when we do devotional service that the Lord is personally present. И он понял, что это было ошибкой считать, что Кришна сам не приносит. Он увидел, что Верховный Господь сам лично пришел, чтобы это подтвердить. И не случайно у Господа Кришны на теле была царапина, поскольку вот этот знак, поскольку он вычеркнул это слово «агам». И на самом деле эта история, она показывает о том, как важно слушать и знать, что Верховный Господь лично участвует в жизни преданного, который служит. When we worship the deity, the deity is also Krishna. It's not just a statue, it's Krishna personally in the form of a deity. Когда мы поклоняемся божеству, мы тоже должны помнить, что это не статуя, это лично Кришна пришел в форме божества. Just like there was one devotee of Lord Chaitanya Mahaprabhu. His father told him to offer the food to the deity. And when he offered the food to the deity was, he begged the deity to eat. And the deity personally ate the offering. And the father was surprised. The father asked the boy, give me prasad. He said, no, the deity ate everything. The father was shocked. But then he found out, he saw, he got the boy to offer again, and he saw the deity was personally eating. Во времена Господа Чайтани был один преданный, который подносил божеству пищу. И он так сильно хотел, чтобы Господь попробовал, он буквально умолял Господа, божество, пожалуйста, прими, пожалуйста, попробуй этот просад. Он и хотел, чтобы божество пробовало, божество из любви к своему преданному пробовало. Это был мальчик. И отец в какой-то момент удивился, потому что на тарелке в итоге ничего не оставалось. Он просил этого мальчика принеси просад, а там ничего не было. И он говорил, что божество все съедало. So when the deity eats the offering, we should feel ecstasy. We shouldn't complain. We shouldn't think, oh, you're only a deity. You're not supposed to eat. Some people think like that. They think it's only a deity. He shouldn't eat. He shouldn't talk. He shouldn't move. But the deity is Krishna himself. So he can speak. He can walk. He can talk. He can eat. Некоторые люди оскорбительно мыслят, они думают, что раз божество, раз перед ними божество, сделанное вот этим изваянием, то оно не может ни есть, ни ходить, ни говорить, но это неправильно. Божество — это сам Кришна, и он может и говорить, и есть, и ходить, и вкушать просад. So we should not doubt Krishna's personally present when we worship him properly in the proper mood. При правильном поклонении, если правильно совершать поклонение, то это проявится. То есть Кришна отвечает на правильное подношение. So maybe we'll take some questions now. Сейчас можно задать вопросы.
Первый вопрос. Новый Джиганатхапури, потом Адживачачи. Хари Кришна, ваше святейшество, пожалуйста, примите поклон. Скажите, пожалуйста, на вашем памяти, на вашем опыте были такие случаи, когда удавалось демонов превратить в преданных? Ну вот в нашу реальность, что были такие люди явно с демоническим складом природы, и потом они стали преданными. Превратить в каком смысле? Во время проповеди? Не знаю, просто, ну, за опыт жизни, да, то есть, может быть, такие случаи были. The question from Bhakta Alexander Prabhu. Thank you, Holiness, for class. My question is, do you remember in your experience, in your spiritual life, maybe you remember some situation when during preaching devotee could turn demons into Vaishnavas. I mean, by preaching, people with demoniac mentality, attitude can could able to change their mentality, purified and became devotee. Yes. I remember one time there was one woman. She was high on some drugs, and the Sankirtan party came. And she came in the association of the Sankirtan party, and she became, and she stayed with the devotees. She came back to the temple. She stayed in the temple. And later on, she got initiation, and she's still a devotee today. Да, я помню, по меньшей мере, один случай. Одну женщину, она была наркоманкой, она такой, у нее был тяжелый образ жизни, но она встретилась с группой Санкиртаны, группа Санкиртаны ей помогала, она сначала с ними общалась, потом стала ходить в храм, очистилась и позже даже получила посвящение, и она по-прежнему до сих пор преданная. We had one boy, he was a devotee. He became a devotee. What happened was he became a devotee. And then he had some money. And he gave the money to the temple as a donation. But then after some time, he went away and he canceled the check. So the temple didn't get the money from the devotee. He didn't get any money. But what happened? The boy came back to the temple again after some time. Came to visit the temple. So after I spoke with him, I spoke with him for a while and I talked to him and came back. Became a devotee again and he gave the money again. He gave all the money, which he canceled. He gave it all back again to the temple. Был один парень, он тоже так или иначе стал преданным и в какой-то момент пожертвовал деньги в храм, отдал как пожертвование. Через некоторое время он оставил практику и потом через некоторое время все-таки пришел, я встретил с ней, я его увидел, я поговорил с ним некоторое время и сказал, что возвращайся, снова становись преданным. И он снова оставил пожертвование в храм. Okay. Достаточно? Спасибо большое. А вот эти люди, которые стали преданными, они преданных не оскорбляли, просто они были грешниками.
So thank you very much. So does it mean that those people didn't offend devotees? They just were sinful. That's all. Yeah, you could say да. That. Да, можем сказать так. Спасибо, примите мой поклон. Of course, sometimes you get devotees who are offend devotees. Sometimes they may beat devotees, they may be violent to devotees. And later on, they will repent and become a devotee. Бывают примеры, когда преданные могут быть преданными, когда могут быть преданные, очень высокие преданные, но если они оскорбляют преданных, то им впоследствии или причиняют какую-то боль преданным, им приходится впоследствии платить за это. Имеется в виду расплачиваться за это. Yeah, there's one example that I know. There was this one girl, she was distributing books, and one man was very violent with her, very nasty with her. Beat her and took the book and ripped it up. But somehow or other, later on, he became a devotee. He got some mercy from a devotee and became a devotee. So it can happen, even somebody is very sinful, they can become devotee. Мне еще вспомнилась история про одного человека, который про одну распространительницу книг, девушку. Она распространяла книги одному. Она распространяла книги, и один человек был к ней очень оскорбителен, он совершал насилие, бил или отбирал книги. Но в итоге потом он стал преданным. Получил милость, тем не менее, от преданной. Okay. Next question, Гурмач. Yeah. Маджи Вайшач, пожалуйста, ваш вопрос. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, пожалуйста, примите мои поклоны, все слава Шри Прабхупаде. А такой вопрос, а в чем разница между личностями, которые воплощаются как Бриджабаси, и теми, которые воплощаются как Майяпурваси, то есть кто живет в Каме, во Вриндаване и в Майяпуре? То есть кто рождается как Бриджабаси, а кто рождается как Майяпурваси? В чем между ними разница? Харе Кришна, Диагуру Махарадж. Please accept my humble obeisances, Lord Guru Srila Prabhupada, Gurudev. What's the difference between souls which take birth like a Brijabasi and like Mayapurvasi? So maybe their past lives are different, or so what's the difference between them? Between a Mayapurvasi and a Brijabasi? Yes. Who take birth like Brijabasi and who take birth like Mayapurvasi? Who takes birth as a Brijabasi and who takes birth as a Mayapurvasi? Yes. What's the difference between them? Well, the difference is Mayapur is the land of Sankirtan. It's the land of Lord Chaitanya Mahaprabhu. And the Brijabasis, that's the land of Krishna. The land of Lord Krishna with the cows. Lord Krishna is different from Lord Chaitanya, all right? Lord Chaitanya is the Sankirtan movement and the devotees chanting the holy name. And Lord Krishna is involved with his pastimes in Vrindavan with the cowherd people and with the gopis and the gopas.
Разница между жителями Майпура и жителями Вриндавана в том, что одни, те, кто Майпури, те, кто рождаются в Майпуре, это земля Санкиртана, земля Господа Чайтани, а Вриндаван это земля Господа Кришны, там, где он в своей изначальной форме пасет коров, там есть гопы и гопи. So somebody has attachment for Krishna Lila and somebody has attachment for Chaitanya Lila. So according to their mood, according to their particular attachment and devotion, they'll take birth in that situation. Gurmaraj, I lost a final part of sentence. I say, according to their mood, they'll take birth in that particular situation, either in Krishna Lila or Chaitanya Lila. Разные преданные медитируют на разные формы Верховного Господа, и в соответствии с определенной ситуацией кто-то получает рождение и возможность участвовать в Кришна-лиле, кто-то в Чайтанья-лиле. Вот так. Thank you, Jaburu Maharaj. Hare Krishna. Next question from Atachi Hladini. Hare Krishna. Guru Maharaj, дорогие преданные, у меня не по теме лекции вопрос. Вот я хотела уточнить в Бхагавадгите 1.1 в комментарии. Шрила Прабхупада пишет, что если человеку посчастливится услышать Бхагавадгиту от истинного представителя Господа, понять ее не предвзято, так как понял ее Арджуна, можно считать, что он постиг всю мудрость, заключенную в ведах, в других священных писаниях. Я вот немного не понимаю, что значит понять Бхагавадгиту не предвзято. Спасибо. Можете объяснить? Хари Кришна. Сейчас открою. Hi, Bob. Yes, Guru Maharaj, I tried to open the English Bhagavad Gita because Mataji Hladini asked about Prabhupada purport in Bhagavad Gita, first verse of first chapter. Маджи Хладиня, еще раз повторите, это в начале комментария или где? И прочитайте, я в английском иду, найду вариант. Ну, то где-то в середине. Ага. Если человеку посчастливится услышать Бхагавадгиту от истинного представителя Господа и понять ее непредвзято, так как понял ее Арджуна, то уже даже, по-моему, ближе к... Можно считать, что он постиг... Нашли? Нет, пока читайте. Нашли, можно считать, что он постиг всю мудрость, заключенную в ведах и других священных писаниях мира. Это уже ближе к концу, это второй. Ну, это 1.1, да? А это первый, да. Это Бхагавадгита, первая глава, первый текст. Да. А, нет, это сейчас скажу. А, нет, это самое начало, первый абзац комментария. Первый абзац комментария. В середине первого абзаца. Так, получается, что человек... Так. А, вот, нашел. Ой, спасибо. So, the question of Mataji Hladini in the about Prabhupada's purport in the first verse of first chapter Bhagavad Gita. Srila Prabhupada says, if someone is fortunate
enough to understand the Bhagavad Gita in this line of disciplic succession without motivated interpretation, then he surpasses all studies of Vedic wisdom and all scriptures of the world. So her question is, what does it mean without motivated interpretation? Well, you have some of your own motivation. You want to get something, you want to use something, just like some people use the Bhagavad Gita to present their political ideas, to support their material philosophy. They may quote Bhagavad Gita, and Mayavadis also quote Bhagavad Gita to support their impersonal philosophy. So these are motivated ideas. Непредвзято, без вот этих вот мотивированных толкований, можно еще перевести, означает, что очень многие люди пытаются использовать слова Бхагавадгиты для того, чтобы оправдывать свои собственные материальные мотивы. Например, некоторые политические лидеры для того, чтобы оправдать или подкрепить свои политические идеи, они цитируют Бхагавадгиту. Также Майвади иногда пытаются использовать слова Бхагавадгиты для того, чтобы укрепить свои домыслы, свои идеи. Но этого следует избегать. Вот что значит без вот этих интерпретаций или непредвзят. Окей, Владимир. Владимир, это понятно стало? Для себя, то есть, да, ничего для себя не брать оттуда. Из Бхагавадгиты. Не подкреплять свои собственные мотивы с идеями Бхагавадгиты. Что? Свои собственные идеи Бхагавадгиты. So, as I proper understood, one should not use Bhagavad Gita for strength their own motives. Yes, of course, that's not what the Bhagavad Gita is meant for. Да, потому что Бхагавад Гита не для этого предназначена. Lord Krishna spoke the Bhagavad Gita to reestablish religious principle, not for people to establish their bogus philosophy. Господь Кришна рассказал Бхагавадгиту для того, чтобы восстановить утраченные духовные принципы, а не для того, чтобы люди потом оправдывали свои ложные философии, Богу философии. People use the Bhagavad Gita for their own purposes, not for Krishna's purpose. Люди склонны использовать для Бхагавадгиту для своих собственных целей, а не для целей Кришны. So Srila Prabhupada is pointing this out. Вот. Об этом здесь, на этом делает акцент Шрила Прабхупада. Угу. Это понятно? Да, спасибо, Хари Кришна. Yes, thank you, Хари Кришна. Any other questions? Маджавачач, у вас опущена, не, у него опущена рука или это новый вопрос? Нет, нет, у меня еще один вопрос, если у Махараджа время есть. А, пожалуйста, у нас 8 минут еще. Окей, окей. Ага. Еще один вопрос по Шримад Бхагаватам 3.6.38. Прабхупада пишет комментарии. Чистые преданные Господа поручают себя заботам пара Пракрити, внутренней энергии Господа, которую называют Лакшми Деви, Сита Деви, Шримати Радхарани или Шримати Рукмини Деви. Так они становятся истинными махатмами, великими душами. И вопрос, как мы можем поручить себя заботам внутренней энергии Господа, которую вот называют всеми этими великими именами, потому что обычно нам говорится, что мы должны принять прибежище у Господа, конкретно, то есть, а не у его внутренней энергии. То есть как нам вот обратиться к его внутренней энергии. So, Guru Maharaj, my next question is about Srimad Bhagavatam 3.6.38. So, this is from the purport. The pure devotees of the Lord take shelter of the para prakriti, the eternal potency of the Lord, called Lakshmi Devi, Sita Devi, Srimati Radharani, or Srimati Rukmini Devi. And thus they become actual mahatmas, or great souls. And my question is,
How can we take shelter of the internal potency of the Lord? Because usually we are told to take shelter of the Supreme Lord himself. Well, we take shelter of the Lord through his devotional service. Мы принимаем прибежище у Господа через процесс преданного служения. By serving, we just like if we can offer some service to the internal potency of the Lord, as you mentioned, like Radha and Sita and who were the other names? Lakshmi Devi, Rukmini Devi. Right, so we can serve these personalities. These are the Krishna's internal potency. And by serving them, if they will accept us, they can introduce us to Krishna. So we don't approach Krishna directly, but we approach Krishna through his devotees. So we want to develop the mood of giving service to the devotees of Krishna. And if you can please Radharani, if you can please Rukmini, or if you can please Lakshmi, then they can introduce us to Krishna. Мы совершаем предание Кришне через преданное служение. И через представителей этого преданного служения, если мы удовлетворим Раду, Ситу, Лакшми и так далее, вот тех, кто представляет внутреннюю энергию наслаждения Кришны, тех, кто представляет Бхакти Кришны, тогда они могут дать нам самого Кришну, они могут представить нас Кришне. Мы не приближаемся, мы не обращаемся к Кришне непосредственно. Мы служим Ему через Его преданных. И когда эти преданные довольны нами, когда Шримати Радхарани довольна, когда Лакшми удовлетворена, они могут представить нас Кришне, они могут нам помочь обрести Его. Поэтому мы служим Ему через Его доверенных преданных. Мы развиваем настроение служения Господу через служение Его близким преданным. And we see like people in Vrindavan, they take shelter of Radharani, yeah? Because they know if they can please Radharani, then certainly Krishna will accept them. Мы видим, как во Вриндаване жители стараются удовлетворить Шримати Радхарани. Они привязаны к ней, потому что они знают, что если они ее удовлетворят, то тогда она сможет им помочь удовлетворить Кришну. So we have to take shelter of Lord Krishna's internal potency, serving his devotees. By serving the devotees of Krishna, you please Krishna. Somebody says he's, Krishna says, if someone said he's my devotee, he's not my devotee. But if he is a devotee of my devotee, then he is my devotee. Поэтому мы должны удовлетворить внутреннюю энергию Кришны. То есть мы служим Кришне, мы удовлетворяем Кришну, служа преданным Кришне. Поэтому Кришна говорит, не тот мой преданный, кто называет себя моим преданным, а тот мой преданный, кто стал преданным моего преданного. There's also a verse which says, Araadanam Sarvesham Vishnur Araadanam Param. That of all kinds of worship, the worship of Lord Vishnu is the best. But then it says, Aradhanam Sarvisham Vishnur Aradhanam Param Tasmat Tarataram Devi Tadiyanam Samacharam. That even greater than the worship of Lord Vishnu is the worship of those things in relation to Vishnu. So these personalities are all in relation to the Lord. And it's even greater than the worship of Lord Vishnu. И есть еще один стих «Арадханам сарвишам вишнор арадханам парам тадиянам самарчанам».
выше, чем поклонение непосредственно Господу Вишну, является такое поклонение, которое совершается всем тем, кто дорог Верховному Господу. Окей. Это понятно? Да, а вот еще можно уточнить, а должны ли мы лично обращаться вот к этим персоналиям, то есть предлагать им, допустим, поклоны, свои молитвы, вот как внутренние энергии Господа. Шо Гурудев, should we approach these personalities especially, for example, to offer our obeisances, our offerings to Shrimati Radharani personally, to Sita Devi and so on? Or it is in our common worship. We do, like Tulsi Maharani and everything. You know, we do all that. We do. Мы уже это делаем. Мы, например, поклоняемся Туласи Махарани. And Srimati Radharani, Lakshmi, Rukmini. We also, you know, we also worship them. Мы также поклоняемся Шмати Радарани, Рукмини Деви, Лакшми. We have to get their mercy to get to Krishna. Without their mercy, Krishna will never accept us. Без их милости Кришна никогда не примет нас. So, you worship Lakshmi, people worship Lakshmi, they worship Lakshmi to get her blessing, but they want to get wealth, they want some material blessing. They don't know the real blessing that she can give is to help us to know Krishna, come to know the Lord. Некоторые люди поклоняются Лакшми непосредственно для того, чтобы получить от нее материальное благословение, богатство. Но они не знают, что истинное благословение – это возможность познать Кришну. Yeah. We're taught to be the servant of the servant of the servant, you know? So we have to serve these senior devotees. They're very dear to Lord Krishna. Мы учимся быть слугой слуги слуги, поэтому мы стараемся служить преданным, которые дороги Кришне. They're the consorts of the Lord. They're his consorts, so they give him so much pleasure. So we have to please them. Вечные супруги Господа, они дают ему наслаждение, максимальное наслаждение, и мы стараемся служить им. And if we can please them, then certainly they can bring us to Krishna. Если мы удовлетворим их, они, несомненно, конечно же, представят нас Кришне. Yeah. Okay. Вот так. Well, thank you very much, dear Guru Maharaj. Hare Krishna. There is no more questions, and as I know, Guru Maharaj, time is out, yes? Okay. All right, if there's no more questions, then we'll stop. Mm-hmm. Thank you very much, Guru Maharaj, for your time. Okay, thank you for translation. It's all my fault. All glories to Srila Prabhupada, all glories to Sambhav devotees. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Gaurabhagya ki jai. Jai. Bhakti Narinashna Rasim Maharaja ki jai. Jai. Hare Krishna, спасибо. Hare Krishna, спасибо. Vaishnava, magical.